Всем привет! Давайте разберем эту песню. Тут аккордов немного в песне, но они постоянно меняются, и тогда я лучше с телефоном, ну, буду ее на телефоне включать, и мы по куплету будем ее разбирать. Так, аккорды все будут стандартные, даже, по-моему, барре не будет. Ставим каподастр на третий лад. Поехали. Вначале ставим аккорд ЕМ на 5-й и 4-й струне 2-й лад. Дергаем вместе 1-ю, 2-ю, 3-ю, 6-ю. Да, можно вот арпеджио сыграть, то есть 6, 3, 2, 1 вот так быстро провести. И потом начать перебор. Кто-то зовет их батя. Начинаем с ЕМ, то есть кто это? Потом баня. Получается, ЕМ мы играем 6. 3, 2, 1. Да, вот там, по идее, перебор будет всегда вот в ЕМ. Можно как будто не зажимать, да, аккорд. То есть там тут будут только открытые струны. Но рекомендую лучше зажать, потому что вы можете посильнее его сыграть и немножко пятую задеть. В общем, аккорд лучше ЕМ зажимать. Так вот, давайте еще раз. Дайте до этого момента. Итак, ЕМ мы играем 6, 3, 2, 1. Следующий аккорд АМ. На второй струне первый лад, на третьей и четвертой струне второй лад. Тут мы играем 5, 3, 2, 1. Следующий аккорд Д. Достаточно зажать на третьей струне второй лад, на второй струне третий лад. Играем 5, 4, 3, 2. Да, вот будет вот так. Да там, по идее, другой бас, но это тогда лучше вам без барре играть. Ну и, соответственно, будут тогда все аккорды на барре. То есть там G, M, C, M, F, B, вот такие аккорды. То есть и что, ну, можешь перевести. Ну так, в принципе, нормально звучит. Так, следующий аккорд G. Так, D давайте еще раз, да, вот поставили. Играем 5, 4, 3, 2. Теперь G зажимаем на второй и шестой струне третий лад. Сейчас, секунду. В G мы играем 6, 4, 3, 2. Если все четыре аккорда склеить, получается вот так. После G идет EM, AM, H7. Вот именно в этом моменте мы H7 вот так играем. Это будет на пятой струне второй лад, на третьей и второй струне четвертый лад и на первой струне пятый лад. Играем пятую, пятую, третью, вторую, первую. И потом EM. Давайте весь аккорд закрепим, ну, вернее, весь куплет. Кто-то зовет их батя. Кто-то отцом называет. А я зову папу. Ведь лучше не бывает. Папа очень скромный всегда. Теперь, вот да, дошли. Вот H7, EM. Папа очень скромный всегда. Тут уже играем вот такой перебор. А вот ЕМ, да, в конце у нас был. Теперь ставим АМ и играем такой перебор. 5, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Должно звучать вот так.
Потом D. А D мы играем перебор 5, 4, 3, 4, 2, 4, 3, 4. Потом H7 идет. H7 мы зажимаем на первый, третий и пятой струне второй лад, на четвертой струне первый лад. Играем как АМ. 5, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Потом ЕМ идет. Да, ЕМ. А мы играем 6, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Папа очень нас кровный всегда. После ЕМ идет АМ, ЕМ, H7 и опять ЕМ. Да, ну перебор везде тот же. А, давайте весь куплет закрепим. То есть получается... И заново с АМ. Давайте еще раз закрепим, да? То есть получается АМ, Д, H7, ЕМ, АМ, ЕМ, H7 и опять ЕМ. Начинается следующий куплет, опять АМ, Д и так далее. Так, так мы играем, вот два куплета сыграли, сейчас идем дальше. Тут то же самое играем, да, вот, до штаны, то есть тут то же самое. По-моему, следующий уже куплет по-другому играется. Давайте еще раз вот третий сыграю тоже. Да, вот здесь уже другие аккорды. Итак, давайте разберем. Вот, да, до штаны мы играем одни и те же аккорды. Теперь. Вот мы закончили, да, в конце ЕМ. Он под утро может прийти. Да-да-да. Тут уже идет аккорд Е. А, сейчас еще раз текст. Да, вот когда он под утро может прийти, мы ставим аккорд Е. Это будет на пятой и четвертой струне второй лад и на третьей струне первый лад. Играем как ЕМ. 6, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Потом АМ. Д. G. G мы зажимаем также на второй и, три... на второй и шестой струне третий лад. Играем 6, 4, 3, 4, 2, 4, 3, 4. Да, получается вот так. После G идет EM, AM,
H7 и EM. Давайте полностью куплет сыграю этот. Можно либо перебором сыграть, либо на бой перейти, чтобы немножко разнообразить. То есть, да, те минуты, что я поражен. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну, это вот так будет звучать. То есть, вот ЕМ заканчиваем, а М... Ну, если тяжело, да, на бой перейти, то можно так, таким же перебором сыграть. То есть, те минуты, что я дорожил, та-да-та-да-та-та. Итак, в припеве какие аккорды? Ну и давайте сначала бой. Так, аккорды Е, потом АМ идет. Получается, мы делим пополам. Вот Е играем вниз, вниз, так сейчас... Сейчас, секунду. Е мы играем вниз, вниз, вверх. АМ вверх, вниз, 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 вверх. И так играем постоянно бой, то есть... Нечетный аккорд мы играем первый бой, да, ну, то есть вниз, вниз, вверх, а следующий аккорд вторую часть. Ну, то есть получается, вот Е играем вниз, вниз, вверх, АМ вверх, вниз, 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 вверх. Теперь Д. Д уже можно добавить на первой струне, второй лад. Играем вниз, вниз, вверх, G. На первой струне еще третий лад добавляем, и на пятой струне второй. И G играем, да, как АМ. То есть все нечетные аккорды, вот первый, третий, пятый, седьмой аккорд мы играем первым боем, а все четные вторым. То есть получается те минуты, что я прожил. Та-та-та-та-та-та и та-та-та. Так вот, потом какие аккорды? Ну, давайте заново. ЕМ, АМ, Д, G, потом ЕМ, АМ, ЕМ, H7, ЕМ. Давайте вместе сыграю с песней. Последнее Е можно просто провести и потом начать. То есть потом провести и потом начать переборы. Воспитание сыновей. И начинается опять куплет, но там тоже будет момент, где играется по-другому. Сейчас дойдем до этого. То есть там еще будет, еще другая вообще часть. Сейчас. Тут мы играем так же куплет, как уже было. Так, секунду. Я хочу, чтобы все из людей.
тут уже другой, другие аккорды. Ну, не совсем другие, просто вместо H7G играется. Вот когда, да, момент, я хочу, чтобы все из людей, тут идут аккорды АМ, Д, потом G, и опять ЕМ, потом АМ, ЕМ, H7, и ЕМ. Да, давайте вместе с песней сыграем. Этот куплет также играется. Играем так же, как уже был бой. А давайте я, наверное, один раз сыграю полностью песню от начала до конца, ну вот до второго припева, чтобы еще раз закрепить полностью, где какие аккорды. Надеюсь, вот уже запомнили, что можно, да, на руку смотреть и, соответственно, тут понимать, какие аккорды. Постараюсь тоже не запутаться. Поехали. Вот все песни. Всем спасибо. Пишите, что еще подобрать. Всем пока.